Зеленое жниво идет в Могилевской области. Поводле известных с Комитета по сельской господарце Могилевского облвыконкама у все районы в области проступили до нарыхтовки травяных кормов. Скошено 10% от огульных площад у лидерах поудневые районы. Бобруйский тут скосили амаль чверть, а так само Клишевский и Глузский. У отделения Нарымановской сельской господарки у Краснопольском районе почали зеленое жниво с доброго порадкования пашов и обкосы территории у навокал фермов. Насельництво так само косить траву и нарыхтовывая кормы для подсобных господарок, принамсі у агроградку горы. Литерально днями у Нарымановским приступают до массовой нарыхтовки кормов. Летость на кормонарыхтовку негативно поплывала засуха. Однако все лето прогнозы на кормы вельми неблагие, означают специалисты. Майские дожди, которые вот сейчас прошли, они очень благоприятно сказались на росте всех многолетних трав. У нас в отделении, даже в нашем посеяно много клеверов, бобовых культур вместе, так и в смеси со злаковыми культурами. И вот виды на урожай нормальные. У нас план заготовки сенажа 5740 тонн. Я уже пробивал по всем полям, по урожайности. Мы набираем вот это наше полное задание.